Депутат Мособлдумы Вячеслав Фомичев побывал в Реутове с рабочим визитом. Парламентарий встретился с сотрудниками экспериментального завода средств протезирования, осмотрел само предприятие и знакомился с его продукцией. И чувствуете, он как вот и восстанавливается. То есть он вот на этой подушке очень-очень комфортно спать. Реутовский экспериментальный завод средств протезирования начал свою работу в 1944 году. Сейчас он выпускает более 1000 моделей протезов и других ортопедических изделий. От массажных ковриков и матрасов против пролежней до индивидуальных ортопедических стелек, которые корректируют осанку пациента. В 2019 году на предприятии открыли мастерскую по изготовлению протезов ног. Это все раздается в институты, где уже наши инвалиды по социальным программам их получают бесплатно. Но также есть и платные услуги, можно нуждающиеся могут здесь сами приобрести. Цены очень социально низкие. И если сравнивать с европейскими ценами на протезирование, то это совершенно другое. Но по качеству я уверен, что мы не отстаем. Вячеслав Фомичев пообщался с коллективом завода и обсудил инициативы по дальнейшему развитию городского округа. В частности, парламентарий рассказал сотрудникам о том, что в Реутове, согласно пожеланиям активных жителей, планируют благоустроить сквер ЗДК «Мир». Работы в рамках муниципальной программы формирования комфортной городской среды начнутся в августе. В сквере обустроят новые пешеходные дорожки, детские площадки, фонтан и скейт-парк. Наталья Григорьева, Сергей Сомов, телеканал ТВ «Реутов».